Сотрудниками подмосковного управления уголовного розыска совместно с одинцовскими полицейскими задержан ранее судимый 40-летний житель Ивановской области, подозреваемый в совершении серии краж. Вместе со своим знакомым он звонил в квартиры пенсионеров под предлогом оказания социальной помощи. Пока один отвлекал хозяек на кухне, другой проходил в комнату и похищал денежные средства и ценные вещи. Лжесоцработники совершили две кражи на территории Одинцовского округа. Общий ущерб составил около 1,5 миллиона рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан один из подозреваемых. Одинцовским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.